Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о новинке на рынке кондиционирования, о кондиционере торговой марки LG, а именно о серии LG Art Cool Stylist, кодовое название IWK. Конечно же, в первую очередь хочется сказать несколько слов о компании LG. Компания LG – это мировой лидер в производстве электроники, который славится в первую очередь своими дизайнерскими решениями и высокими технологиями. Теперь поговорим непосредственно о самом кондиционере. И начнем, естественно, с дизайна. Кондиционер LG IWK, или как его называют, Art Cool Stylist, является достойным представителем дизайнерской линейки кондиционеров LG. Он выполнен в нестандартном форм-факторе. Это уникальный форм-фактор, который придумала компания LG. Квадратный кондиционер имеет белый пластик. А также самая фишка этого сезона 2014 года – это наличие LED-подсветки. LED-подсветка может менять свои цвета на выбор 8 цветов. Они могут гореть либо статично, либо динамично, каждый цвет может меняться. Помимо уникального дизайна, хочется также отметить в этом кондиционере качество его материала. Кондиционер, как я уже сказал, выполнен из белого пластика. Пластик на ощупь очень качественный. Я бы назвал, что это пластик качества айфона. Детали действительно подогнаны друг к другу очень плотно. Очень все замечательно выглядит. Качество сборки действительно на высоте. Помимо уникального дизайна и наличия LED-подсветки, квадратный форм-фактор дает кондиционеру также еще дополнительные преимущества. В первую очередь это его толщина. Он заметно тоньше, в 2, а то и в 3 раза тоньше, чем его конкуренты. Еще одним преимуществом является то, что у этого кондиционера, в отличие от его конкурентов, идет трехстороннее распределение воздуха. Если у конкурентов воздух выходит только с нижней части передней панели, то у кондиционера LG Art Cool Stylist воздух распределяется с трех сторон – с боков, а также традиционно снизу. Наш сегодняшний обзор является нестандартным. Мы слишком много говорим о дизайне. И поверьте, поговорить о чем есть еще. Хочется отметить наличие у этого кондиционера нового, уникального, инновационного пульта. Данный пульт выполнен в круглом форм-факторе, имеет достаточно большой ЖК-цветной дисплей, который является к тому же еще и сенсорным. Он прекрасно лежит в руке, а управление функциями кондиционера интуитивно понятно. В общем-то, в наш век новых технологий это просто прекрасное решение для современного домашнего кондиционера. Еще одной интересной особенностью данного пульта является то, что в комплекте с ним идет зарядная док-станция. То есть этот пульт не имеет стандартных батареек пальчиковых или микропальчиковых, он имеет встроенный аккумулятор. Мы располагаем пульт на док-станцию и просто заряжаем его. Пожалуй, хватит говорить о дизайне и поговорим о технических характеристиках данного кондиционера. Данный кондиционер является инверторным кондиционером и представлен в двух самых популярных мощностях – 9000 BTU и 12000 BTU. У него высокие показатели энергоэффективности. Показатель энергоэффективности COP, или работа на обогрев, равен 3,6. Показатель энергоэффективности EER, или работа на охлаждение, равен 3,2. Данный кондиционер работает на озонобезопасном 410 фреоне. Поскольку это инверторная модель, она может работать на обогрев до минус 15 градусов наружной температуры. Кондиционер оснащен антибактериальным воздушным фильтром. Он устраняет бактерии, пыль и аллергены из воздуха. Еще одна интересная функция данного кондиционера является то, что он может работать в ультратихом режиме. Громкость при его работе в ультратихом режиме составляет 19 дБ. Это почти полная тишина. К стандартным функциям данного кондиционера можно отнести следующие. Работа на охлаждение, работа на обогрев, режим осушения, таймер сна, ночной режим, а также режим форсированного охлаждения JetCool. В заключение хочется сказать, что перед нами уникальный дизайнерский продукт, практически не имеющий аналогов на рынке Украины. Благодаря своим высоким техническим характеристикам, дизайну, а также оптимальному набору функций, данная линейка кондиционеров удовлетворит даже самого требовательного потребителя.